Здравствуйте, меня зовут Наталья Хлобыстова. Я из Братска. Я преподаю йогу уже достаточно долго. И вот на настоящий момент я здесь, в Керале, шла именно к изучению аюрведы. Аюрведы достаточно долго, понимая, что аюрведа – это настолько глубокое познание. А почему я к этому пришла? Хочу именно вот связать и понимаю, что йога и аюрведа – это неотделимые составляющие. На настоящем курсе очень интересно. В принципе, ожидалось все именно так, как оно есть, но здесь мы получаем, наверное, даже больше. Доктора, новые встречи, глубокие познания. Все очень дается настолько легко и просто. Такое ощущение, как будто мы окунулись в экзотическую сказку, только сказка с глубокими знаниями. Вот эта вот глубина и чистота, настолько они неразделимы. Люди, профессора, преподаватели, они настолько дают информацию открыто, и они именно делятся своими вот сакральными, действительно глубокими знаниями. Вообще, мне кажется, говорить нужно очень много. И у меня был момент, что доктор Рама давал лекцию, и у меня вдруг поднялось состояние именно слез, слезы благодарности, состояние что-то такого высшего. Именно тех чувств, которые невозможно передать словами. Спасибо.